Любители смотреть и слушать анекдоты, приглашаем на канал «Анекдоты с Катухой». Ссылка будет внизу под видео. Жена звонит мужу по телефону. У меня компьютер не работает. А кнопку такой большой нажимала? Нажимала? А шнур розетки лопнут? Сейчас возьму фонарик, посмотрю. А зачем-то фонарик-то? Так и лечиться нету. Плохая у нас медицина, прям скажем, никудышная. Вон Матрёна 40 лет заболела, до сих пор мается. 96 исполнилось. Врачи никак не могут поставить диагноз. Бизнесмены спрашивают, как он стал миллионером. Он говорит, благодаря жене. Как это? Ну, мне стало интересно самому, на каком этапе она перестанет жаловаться на нехватку денег. Встречаются две утки в пруду. Одна говорит, кря-кря. Другая говорит, раздраженно. Блин, то же самое я хотела сказать. Говорят, что у футболистов все наоборот. И когда они приходят домой, смотрят по телевизору, как мужики сидят с пивом с той стороны и матерятся на них. Сидят три наркомана на обочине. И вдруг на большой скорости проезжает автомашина. Один говорит, машина проехала. Второй говорит, через час примерно. Синего цвета. Через час третий говорит, а напылил-то, напылил. Я лег спать 9 вечера. И от радостного волнения, что лег пораньше, не мог заснуть до часу ночи. Я учился в 6 классе, когда дедушка поймал меня за курением. Он не стал ругать, не стал бить. Купил мне пачку рутопий и заставил выкурить всю пачку сразу. С тех пор я, пока не выкурю всю пачку, не накуриваюсь. Подписываемся, комментируем, лайкаем.